18 января муниципальный жилищный инспектор проверил санитарное состояние придомовых территорий во Фрунзенском районе города. С кровель многих домов свисала наледь. Ревизоры составили акт, материалы направили в госжилинспекцию. И вот спустя неделю повторный осмотр. Дома 78, 80 и 82 по улице Ташкентской. С двух сосульки сбили, с одного нет. Управляющие компании разные. Одна свои обязательства выполнила, другая, получается, проигнорировала. Ей повторно выдадут предостережение. Административные штрафы за нарушение требований содержания придомовой территории составляют от 5 до 100 тысяч рублей. У нас полномочий, к сожалению, принимать меры административного воздействия нет, поэтому мы направили материалы в службу, а для себя мы выходим и все равно смотрим, контролируем, потому что все обращения находятся на контроле до полного их исполнения.